Я у нас сепаратор отсепарировал уже 80 тонн готового продукта. Теперь это у нас происходит так. Тележка загружается бинтом на транспортере. Транспортер имеет два колеса при желании, как бы можно было куда-то подвинуть. Вот. Скорость отрегулирована, чтобы под висящими инфракрасными обогревателями диагонус успевал подсохнуть. Так, это у нас идет. Тут у нас падает. Медленно и печально. Снизу идет поддув у сепаратора просто холодным воздухом, дабы еще подсыхало и весь мелкий мусор, типа шариков пенопласта, мелких травок, попадал в наш высококачественный биогумус. Вот. Вот. И в результате получаю вот такой продукт. Супер растущий, супер гранулированный. Вот. Это у нас был просев 3 мм, а это у нас мини-дроже. То, что после 3 мм попадает 5 мм, многим пользователям нравится даже больше, чем 3 мм. Но тут чуть больше попадает органика. Сепаратор у нас тоже позволяет скорость регулировать. Сейчас он половина крутится максимально. Хорошему, так как у нас нет измельчителя, нужен человек, который большие камушки будет размельчать, а камни, мусор отсюда готовы браться для повторного быстрого просева. Сейчас разработаем измельчитель. Несмотря на то, что биогумус долгого срока лежания, червяки у нас все равно попадают. Замечательно отсеяли. Валики нормально выбивают диагонус из сетки. Пришлось только сделать экран. Очень плотный ворс. И он слегка цепляет. Чтобы не забросать или не засадить все вокруг. Ну, вот, вот примерно так идет процедура. К сожалению, наклон надо увеличивать, сам не сыпется, поэтому приходится помогать палочкой. Не знаю, видно, не видно, как он сыпется. Скорее всего, не видно. Ну, вот видно. Хватки у него высыпаются. Так вот мы все поставлены экраны, чтобы не смешивались разные размеры просева 3 и 5 миллиметровый. 5 миллиметровый тоже просыпается. Чем суше исходное сырье, тем выше соотношение просева 3 миллиметра к 5 миллиметров. При очень влажном примерно 50 на 50. Сепаратор у нас, как вы помните, тоже на подошве.